Итак, посмотрите, у нас с вами необычайные совершенно серьги. Серьги с бриллиантами по цене 2699 рублей. Вы не ослышались. Это специальное предложение дня. Это серебряные серьги в золочении вместе с бриллиантами на английском замке. Обратите внимание, как нежно выполнен сам дизайн. Вот они, центральные звездочки, вот они, горящие, сверкающие бриллианты. И вот такая форма, не то молнии, не то вот такого знака бесконечности, но мне все-таки кажется, что молния, да, потому что вот не зря бриллианты сравнивались с каким-то камнем неземного происхождения, иногда древние даже считали, что молния, ударяясь о землю, производит бриллианты. На самом деле, конечно же, у алмазов и бриллиантов несколько другое происхождение, но здесь не столь важно, когда они, как они произошли, что с ними, как они появились, важно, что действительно это украшение, которое нравится женщинам, важно, что самые лучшие друзья девушек это бриллианты. Вот посмотрите, по цене 2699 рублей. Серебряные серьги с бриллиантами вам доступны, но это не все. Я хочу сказать, что для тех, кто не просто любит серебряные серьги в золочении, но, например, вы хотите выбрать другое цветовое сочетание, вот как говорится, да? Хочу такие же, но с перламутровыми пуговицами. Для тех, кто любит белый цвет, для тех, кто любит белый металл, я вам предлагаю выбрать еще вот такой вариант серебра в родировании. То есть это белый цвет металла. Итак, в основе сережек у нас серебро 925-й пробы и там, и там. Но здесь у нас родирование, это металл платиновой группы, который не дает серебру темнеть. А здесь у нас драгоценное благородное золочение. И там у нас бриллианты, бриллианты настоящие. Настоящие, природные, не облагороженные, не подкрашенные, это натуральные камни, это статус, это мечта, это действительно ваше, с одной стороны, премиальное, при этом повседневное предложение. Посмотрите, как интересно, роскошь может быть доступна ежедневно, это наше специальное предложение дня, посмотрите, как выглядит женщина в бриллиантах. Вот посмотрите, с одной стороны, у нас дизайн действительно повседневный, но все-таки это особое состояние, особое ощущение. Я могу сказать, что посмотрите, сейчас у нас с вами бриллианты с утра в эфире на телеканале Shop & Show. Если вы еще не проснулись, если вы еще пока вот только, собственно говоря, встали с кровати, смотрите, что происходит на телеканале Shop & Show. Просыпаемся с вами быстрее. Бриллианты на телеканале Shop & Show в преддверии Нового года. Для вашей красоты, для вашего удовольствия. Лучшие друзья девушек, лучшие друзья женщин, лучшие друзья прекрасной половины человечества. И давайте с вами поговорим о том, какое качество этих бриллиантов. Конечно же, очень важно посмотреть, какую у нас с вами... какие характеристики этого камня. Я могу сказать, что характеристики по цвету и по чистоте очень хорошие. 2-3 и огранка класса А. Я вот вам сейчас покажу паспорт украшения. Давайте с вами рассматривать вот таким образом, чтобы вы точно были уверены в том, что это бриллианты. Посмотрите, каждому украшению есть паспорт. Это действительно документ украшения. Вот посмотрите, серебро 925 пробы, серьги, масса, 2 бриллианта, их качество. Каратность и каратный вес. И вот она, огранка и классификация частоты и цветности. 2-3, огранка класса А. Это говорит о том, что вы бриллианты получаете очень хорошие. Знаете, очень многие меня спрашивают, а почему так доступно? Отвечаю как эксперт. Первый у нас здесь с вами серебро 925 пробы, конечно, которое существенно уменьшает стоимость этих сережек. Если бы они были выполнены в золоте, то стоимость была бы не меньше 20, а то и 30 тысяч рублей. Но согласитесь, вот золочение выглядит как золото, а серебро в родировании выглядит как белое золото, поэтому вы вполне себе бриллианты можете позволить. Ну и плюс я хочу сказать, что у нас с вами здесь бриллианты подобраны по параметрам 4C. Это каратный вес, это чистота, это цветность, это, безусловно, огранка. Вот на сочетании этих четырех параметров можно выбрать действительно достойные, красивые, сияющие бриллианты, но при этом очень доступные по цене. Итак, 2699 рублей и ваша скидка сегодня 1300 рублей на бриллианты. На бриллиантовые серьги «Нежное вдохновение». Номер лота 001-939-872. Кто успеет сегодня воспользоваться этим сногсшибательным предложением в преддверии Нового года, тот будет очень-очень-очень счастливым. Самым сияющим, самым ярким, потому что у вас будут бриллианты в вашей коллекции. Это камни первой группы. Если вы до этого момента думали, что у нас сережки, например, у вас сережки появятся только на какое-то торжественное мероприятие, может быть, на
юбилей, да, с бриллиантами, или на какое-то очень торжественное событие, то сегодня мы с вами можем позволить себе бриллианты просто так, без повода, и себе, и в подарок, и подруге, и дочери, и маме, всем, кто мечтал о бриллиантах. Исполняем ваши желания, исполняем ваши мечты, и вы это реально можете сделать. Заказы мы доставляем по всей России, в каком бы городе вы ни находились, мы вам обязательно их привезем, вы их получите, раскроете и получите, может быть, дополнение к своему новогоднему наряду, а может быть, роскошный такой элемент для своего повседневного образа, который с этих пор, как вы начнете носить бриллианты, никогда не будет простым, да, он всегда будет особенным. Итак, 2699 рублей за любую из этих пар. Я вам рекомендую воспользоваться предложением, например, забрать две пары, одну оставить себе, выбираете уже, когда будете смотреть на них воочию, одну подарить маме или подруге, или сестре, или, например, дочке. В этом случае, во-первых, экономите на доставке, потому что заказывая 4900 сегодня, вы получаете доставку бесплатно. Ну и плюс я могу сказать, посмотрите, какой эффект, какой дизайн и какой бриллиант в центре, вот он как играет. Посмотрите, когда он играет, действительно, при разном освещении по-разному. Потрясающая огранка, выполненная по всем параметрам, это математически выверенная огранка Толковского, посмотрите, качество на высоте. И давайте посмотрим английский замочек, ведь очень важно, да, какой у нас замок. Давайте вот на примере серебряных сережек в родировании посмотрим. Английский замок как раз слегка заниженный штифт, поэтому очень удобно такие сережки будут носиться. Опять же, не можете определиться с цветом, давайте с вами решим, да, какие цвета мы обычно любим. Или вы можете поэкспериментировать. Кстати, если в вашей коллекции преимущественно, например, серебро в золочении или золото, вы можете наконец-то попробовать и поэкспериментировать. Я вот очень люблю белый металл с бриллиантами, потому что тогда бриллианты действительно сияют очень ярко. А вот то, что касается бриллиантов в золочении, я могу сказать, что они выглядят очень мягко и восхитительно.